Всех приветствую. Выполняем боевой подъем переворотом. После 64 лет. Вот так оно выглядит. То есть, как верхней, так и нижней точки нету фиксации. Это дает возможность не отдыхать. Вот так выполняется, то есть непрерывно, в темпе. Классический подъем переворотом по сравнению и с боевым – это детское упражнение, как я называю. Ну, выполняем 15 раз. Надо 16, ну уже 16 выполняем, но на данном этапе выполнили 15. Здесь и дыхалка должна работать, и мышцы, и техника выполнения самого упражнения. То есть все срабатывает. Выполняя боевой подъем переворотом, классический можно выполнять 200, 300 и более 1000 раз. Так, 15 раз. Немножко восстанавливаем дыхание и пробуем еще раз. Так, 16. Ну, закид ног нормальный, то есть физически выполняется упражнение нормально. Чуть-чуть, как говорится, секунды две передохнули. И опять закид ног, то есть можно выполнять до вечера, то есть 200-300 и более 1000 раз. Вот такое упражнение. Здесь у нас есть тренер. Вон он контролирует, дружок легендарный. Всем здоровья и не стыдимся своего возраста и выполняем упражнения.